На улице Холодильная, 73А, началось строительство спортивного комплекса для 5-й школы. Сейчас там расчищают участок под само здание. Раньше там была заасфальтированная площадка и уже провели разметку под фундамент. А для установки на прилегающие территории универсальные зоны для волейбола и баскетбола, а также беговой дорожки имени футбольного поля уберут часть зеленых насаждений. В общей сложности порядка получается 50 деревьев. Все, что возможно сохранить, мы будем сохранять. То есть это у нас получится насаждение вдоль территории, вдоль забора существующего школы. Рубка будет выборочная, проходить только там непосредственно, которая будет мешать нам. Отмечу, сейчас в школе нет спортивного зала, дети на уроки физкультуры ходят в другой корпус, на Мурманскую 31, это 12 минут пешком. С появлением своего комплекса такой необходимости уже не будет. Общая площадь будущего здания составит около 1500 квадратных метров. Две трети из них займет спортивный зал. Вход будет со стороны улицы Холодильной. Также новый корпус соединит со школой теплым переходом. Закончить строительство обещают следующим летом.